Противостояние красного шарика и черных квадратов продолжается. В прошлой серии наш герой вместе со своими друзьями освободили морской порт. Но в это время злые квадраты захватили железную дорогу. Благодаря захваченным поездам, квадратюги доставляют ресурсы на мрачную фабрику, чтобы создавать новых квадратов. Не-не-не, так не пойдет. Все за мной. Освободим железную дорогу. Догоняйте. О, а вот и один из захваченных поездов. Надо его освободить. Упс, туннель впереди. Ничего-ничего, прорвемся. А вот я бы не был так уверен на вашем месте. Ха-ха-ха. Всем привет-привет, ребята! Забег красного шарика и его друзей продолжается. В прошлых сериях мы освободили мегаполис и морской порт, а сегодня на очереди железная дорога. И новую главу начинает зеленый шарик по имени Гринни. Ты готов, дружище? Само собой! Навалять квадратом — это я всегда готов! Погнали! Ну-с, получай квадратюга! Это что? Что сейчас было? В смысле? Как это ты квадрату навалял? И еще раз? Как? Вот так вот! Эй, да что происходит? Так я же это, стрелять умею! Забыл, шоль, как я босса крана победил? Точно! То есть получается, что ты врагов можешь только на расстоянии побеждать? Не-не-не, не только! Я и в ближнем бою могуч! Смотри! Опа! Эть! Ну, как тебе? Могу повторить! Весьма неплохо! Это еще что? У меня же еще мега-костюм есть! Сырь! Ха-ха! Теперь я вообще непобедим! Получайте квадратюги! Никому и ничему не устоять у меня на пути! Воу! Вот это мега-круто! С таким крутым шариком, как ты, мы быстро освободим железную дорогу от захвата квадратычей. Ну ты, что это было? Ты врезался в камень, но благодаря щиту уцелел. Тут, оказывается, еще и проиграть можно. Я думал, что я непобедим. Не-не-не, поэтому будь осторожен. Понял, прыжок, да... Отдохни, пока зеленыш, я тебя подменю. А пока смотри и учись, как работает настоящий профессионал. Эй, а хотя... Я и правда лучше отдохну минуточку. Минуточку — это вряд ли. Так как я профи и буду бежать минимум полчаса, это не считается. Гля, вот борзота красная. Насколько я знаю, вы же все бежите по очереди. А значит, сейчас очередь Фокси. Должна была быть. Да ладно тебе, игруля. То ж я просто разминался. И вообще... Иха! Сейчас я это место за 5 секунд все пролечу. Может, тут очередь Фокси даже не понадобится. Оу, а где это ты? А, ну так это железнодорожная станция. Да, теперь понятно. Просто ты после своего полета приземлился на какую-то крышу. Ну это да, ох. Вот это было неожиданно. Но благодаря моей супер крутой реакции супер шарика, пати продолжается. О, узнаю старого доброго хвостуна. Все по фактам, игруля. И вообще, смотри, квадратычи кончились. Я всех, походу, победил. А, не, еще не всех. Вот тебе. Да я тебя... Там-та-да-дам! Ну, наконец-то в дело вступает настоящий профессионал. То есть я. Чё? Бе-бе-бе. Ну-с, полетели! Вот я действительно сейчас пройду все кабанчиком. Я разыщу босяру, который тут всем заправляет. По виду босс был суровый. Такая смесь паровоза и скорпиона. Ага, знаю его. Еще он дышит огнем. Поэтому мы зовем его Кочегар. Кочегар? Да, уж ну и имечко. Ну, какой босс, такое имя.
Вот вам квадратюги. Ишь, стоят они тут. Ну, кстати, после того, как здесь пробежались предыдущие шарики, врагов и правда стало меньше. Возможно, но они еще есть. Пока что. Получилась злодей. И ты тоже. Эх, промахнулась. Еще и леталку не взяла. Печаль, беда. Ну ладно, ничего страшного. Продолжаем забег. Получила эти квадратычи. Вот вам негодяи. Ух ты, какой-то туннель. Интересно, а что будет за ним? Скоро узнаем. Потерпи 5 сек и сам все увидишь. И ничего нового. Ха, ты что, за предыдущие 2 серии не привык к тому, что здесь много похожих мест? Это же железная дорога, игруля. Что ты ожидал тут увидеть? Море и пальмы? Да не, просто думал, мало ли, вдруг за туннелем будет босс. Прям как в начальном комиксе было. Так оно возможно, так и будет. Не за этим туннелем, так за следующим. А вот, кстати, и он. Эй, Босяра, ты здесь? А ну выходи! Ну все, я отдохнул. Спасибо за помощь, Фокси. Дальше я сам. Эй! Чё за подстава-подстав? И правда, Гринни, ты чего? Ведь оранжевый шарик не проиграла же. Я не знал, что нужно ждать, пока она проиграет. Я думал, что как только я буду готов, так сразу врываться в бой. Больше так не делай. Ладушки, я ж не знал, что так нельзя. Ладно, на первый раз ничего страшного. Ты лучше это, приготовься к сражению с боссом. Каким еще боссом? Я здесь не вижу никакого босса. Но он где-то рядом. Да ладно тебе, игруля, нет тут никого. Эй, босяра, выходи, подлый трус. Ха, вот видишь. Ах ты, сопляк. Ты кого назвал трусом? Оу. Ха, да выделывался. Чё делать-то? Стрелять тут бесполезно. Он вон какой бронированный. Раз стрелять бесполезно, значит иди в ближний бой. Вот тебе! Ах ты, слизняк! Получай! Ах так! Может, попросим помощи у Красного и Фокси? Не-не-не, сам справлюсь. То я просто это, на небо засмотрелся. Да, нашел время. Больше не повторится, игруля. Теперь я мистер сосредоточенность. А теперь получай кочегарище. Еще один удар, и мы победим. Победите? Смешно. Да твои удары для меня, как укус комара. Ну тогда кусь-кусь. Ну все, мелочь пузатая. Ты меня разозлил. Тебе конец. А ну, отцепись от моего друга! А ты еще кто? А ну, пшла вон! Ой-ой-ой! Фокси! О-оу! Надо ее срочно спасать! Поймал! Отлично! А теперь получай, босяра! Тра-т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 а! Тебе меня не одолеть своей пугалкой! Ха-ха! Ну все, ваше приключение закончилось. Эй, паровозья морда! А? Чё? Кто здесь? Та-дам! О, друзья, так ведь это же синий шарик-здоровяк по имени Блу. Слышь, кочегар, ты чё тут? Моим друзьям навалять хотел? Да я тебя за это в бараний рог сверну! А ну пшёл отсюда! Отличная работа, здоровяк! О, да! Блу, ты вовремя! А, Пузан! Как же мы рады тебя видеть! Победа за нами! И вот так вот с помощью здоровяка Блу наши герои освободили железную дорогу. Но, друзья, это еще не конец приключения. Впереди нас ждет мрачная фабрика, на которой делают злых квадратов. Но отправимся мы на нее уже в следующей серии. А на сегодня всем пока-пока, ребята. До встречи на канале Игрули ТВ.